В Москве стартовали Дни Якутии. Программа праздника обширна. Уже сегодня на станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка народно-прикладного искусства и художественных промыслов Якутии. Ну а по традиции утром прошла церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. А завтра в Успенском соборе Московского Кремля состоится божественная литургия. Будет завтра в самом центре нашей Родины, в Кремле, литургия в честь вхождения Якутии в состав Российского государства. И продолжение этих мероприятий будет еще в середине декабря в городе Москва, в экспоцентре, где будет представлена, уже экспонирована вся Якутия, достижения экономики, культуры и социального развития.